Здравствуйте, сегодня с вами Дес. Я буду вам показывать, как сделать руль из кордона. Давайте я вам покажу. У меня здесь есть сам кордон. У меня уже он подготовлен. Здесь я разрез. Вот. Так, здесь поставить мышь. Вот, это не ПВХ-труба, но можно и ПВХ-трубу, да. У меня здесь А4, скотчем сделал. Вот, здесь ставим руль. У меня клея не было, потому что я скотчем сделал. И вот сам руль. Вот у меня отверстие здесь. Да. Давайте сделаем. Вот. Да, здесь будет так. Так. И вот. Или так. Можно. Да, сейчас. Вот я сделал вот так. Давайте поставим. Я сказал, это здесь будет мышь. Так, поставим здесь мышь. Здесь будет сейчас где-то здесь. Вот. Поставим так, держал крепко. Сейчас я вот крепил, и здесь руль не болтался, да? Вот. Это экономно и в то же время бесплатно даже. Да. Давайте поэкспериментируем. Вот руль поворачивается. Вот. Вот как так вы видите. И вот давайте ехать. Я сейчас на круиз-контроль поставлю. Ставьте 20-25 лайков, и сразу я выложу видео, как сделать руль. Да. Сейчас вот. Поставим, да, здесь. Сейчас. Давайте. Давайте ставим так. Ой, двигатель заглох. Сейчас я выйду на дорогу. Сейчас. Вот. 28, да, скорость. Вот. В настройках делаете управление мышью. Там есть. Что такое круиз-контрольный? А, мы вверх идем, да? Да, вот так, как вы видите, вот руль вот поворачивается. И все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до встречи.